Продолжаем запись, не успел взвеситься и рассказать про зубы. Короче говоря, я перекинул файл на iPhone, поставил это на обработку. Как вы понимаете, я никуда не ходил, ничего не покупал. У меня на это денег нету и особого желания тоже сделать шаг вперед и 10 шагов назад. Так вот, я все-таки продолжу. После еды была реклама во время еды на 6 кило-мочевой баланс. Жуйте жевательную резинку и все будет нормально. Так вот, дело не жевательной резинки. Дело в том, что жевательная резинка вырабатывает развивает основная шептонная деятельность и выделяется слюна. Если продукт не кислотный, не молоко, яблоки, там, уксус и тому подобное, виноград, то кислоту во ртовой полости вырабатывают бактерии, которые питаются остатками пищи, застрявшими в зубах. Они выделяют кислоту, и эта кислота раздражает эмаль. Но слюна имеет щелочную природу, а щелочь нейтрализует кислоту. И таким образом, если после пищи не имеет возможности пожевать резинку, можно просто постараться выделить слюну, таким образом прополоскать рот, частично будет нейтрализована кислота, в данном случае, которую я получил вместе с яблоками. Вот то, что я хотел сказать. Обязательно надо как-то прочистить рот. Делать больше расширение увеличим, раз она быстрее обрабатывается, скажем так. Во рту булькает, она опять переел.
75,2. Я буквально на минуту. Мелкий пришел один. Самый мелкий, я ему шею кидал. Он где-то он утром бегал. Все руки воняют. Ладно, тоже сидел. Тут подумал, самый лучший способ расслабиться, это, конечно, на спине, лежа в речке, в воде, по крайней мере. В бассейне, неважно где. Там буквально все чувства, сейчас глаза закрыть, уши, ничего не слышат.
чувствуешь полный релакс. Вот это самое лучшее место для концентрации, медитации. Речка есть, но вода сейчас явно холодная. Плюс 20 на улице. 21 комната. Ничего, мы догоним. Еще будет, я думаю, теплая вода.
меня пока что концентрация не получается, но, по крайней мере, в это время, как минимум, отдыхаю глаза, поясница у меня болит, но это боль, ведущая к тому, что идет привыкание подобной нагрузки. Концентрация — это когда отсутствие мыслей. Я же говорил, надо не сопротивляться мыслям, а давать им пройти и утихнуть. Постепенно, секунды в минуты, минуты в часы. Надо практиковаться больше и больше. Но и тем не менее, почти целый день посидеть на стуле. Послушайте статистику, которая отображает потребление воды в сфере животноводства. Для выращивания 1 килограмма пшеницы необходимо 600 литров воды. Для производства 1 килограмма мяса необходимо до 3000 литров воды. Для выращивания 1 килограмма мяса необходимо 16 килограмм зерна. Одна птицеферма расходует до 400 тысяч кубических литров воды в год. Это сопоставимо с небольшим городком численностью 25 тысяч человек. Чтобы изменить ситуацию, достаточно просто отказаться от потребление мяса. Природа не бездонная бочка, а лес не скатерть самобранка. Таковой была тема сочинения на уроке украинской мовы
У меня, если не ошибаюсь, в 6-м или 7-м классе. Природа не бездонная бочка, а лестница квадрисовая. Я тогда много чего написал, даже на перемене пришлось записывать. Не успевал. Хорошо, блин, летом есть, чтобы пожевать. Я поражаюсь, как мне повезло с этим поселком. Здесь и вишни много, и шелковицы, яблок, ну, орехов, но орехи белковая пища, она требует кислоты, я не знаю. Это шаг назад, скорее всего. Но тем не менее, если для праны потребуется больше времени. Вот. Ну, короче говоря, чтобы перейти на прану, я должен это почувствовать. То есть, сам как я почувствовал, что вот-вот перейти на фруктоедение. Переходя с сыроедения. Так же сам как на сыроедение перешел с веганства. Когда ел кашу с овощами. Между монофруктоедением и праноедением должен быть еще такой период, который называется жидкостное питание. Это либо вода, либо разбавленные соки. С соками в любом случае проблемы. Так как минимум надо несколько месяцев с соками питаться. Чтоб столько покупать сока, у меня столько денег нет. С водой можно, но чтобы перейти на воду, надо опять-таки это почувствовать. Надо фруктом еще хотя бы месяца 3 питаться. Потом уже пробовать переходить на прану.
А не так, я думал, в сентябре. Вес-то падает. Во-первых, идет очищение, это правильно. Сначала надо очиститься. Надо, чтобы вес замер. Раньше я считал, что когда будет 7-дневный, 20-дневный переход, сначала будет падение веса, потом он остановится, падение будет постепенно повышаться. Вот, сейчас я уже вычитал, что до перехода 20-дневного, в общем, у каждого по-разному, в зависимости от того, насколько очищен организм. В идеале должен сначала вес остановиться, падение веса, стабилизироваться, а потом можно уже переходить на прану. Я действительно чувствую, что я переедаю, понимаете? Это говорит о том, что пища усваивается, ну, больше, чем, по крайней мере, на 60%. Ну, надо, пора уже начинать контролировать количество. А иначе, ну, это просто туалет выходит через двое суток.
ну, как бы я чувствую себя нормально, понимаешь, чем меньше я ем, вот, чем, ну, я себя нормально чувствую. Вот сейчас я чувствую тяжесть в желудке. Наверное, потому что я переел. Это просто замечательно, но это именно сигнал. Надо научиться чувствовать то, что происходит с твоим организмом. Это действительно переедание. Чтобы не переедать, надо научиться контролировать свои мысли, потому что изначально все происходит от мыслей.
обработка одного файла идет быстрее, чем этот файл записывается. Через 15 минут схожу за яблочками, прогуляюсь.
Кстати, я летом покупал зеленую гречку, та, которая не прожарена, и проращивал ее. У нее вообще никакого нету вкуса. Но стоит она как минимум как жареная. Я ее еле доел. По мне так пшеница лучше. Почему? Потому что ее когда жуешь, под действием сонных ферментов, ферментов в слюне, начинает синтезироваться сахара в ней, но постепенно, не сразу, к этому проекту надо. При переходе на прану очень важно, чтобы постепенно вместе с продуктами, которые человек потребляет, как можно меньше получало питательных веществ. И организм перестраивался и сам начинал их синтезировать. На это нужно время, поскольку летний сезон, сезон фруктов длится не больше, чем 3 месяца. Ну, поздние сорта, там может груша поздняя будет. У меня груша поздняя есть, но она еще мелкая. Начинает опадать. Но, тем не менее, значит, перейду на пшеницу. 30 гривен ведро пшеницы вполне приемлемо. Буду проращивать. Жевать пшеницу, опыт у меня имеется. Правда, я тогда ел с луком. Сейчас уже совсем другое время, другой опыт. Можно научиться и без вкуса. Главное осознавать, что это поможет перейти на прану. Интересно. Я закончилась запись. Ага, еще не. Ну, в общем, говорят, не столь много осталось. Сейчас я взвешусь, хожу за яблоками, заодно в туалет. Опять простите. Пока перерыв. А времечко. В общем, через полчаса продолжим. Сейчас без 20. Почти без 20.